В этом видео мы будем проходить раф на максимальном уровне сложности. Приятного просмотра. Так, нам нужно переплавлять. У тебя есть железо? Да, есть. Скинь мне все железо, буду его переплавлять. Угу. Забери, вот. Я еще скину. Угу. Нам еще желательно еще вторую сделать плавильню, чтобы все быстрее было. Но у нас, к сожалению, мало мокрых кирпичей. В таком случае, тогда давай сейчас будем уже отправляться к этой... в общем, создавать себе антенны всякие и приемник. Нужны шарнир, две микросхемы. Шарнир, по-моему, здесь лежал. Да. Сейчас попробую создать. Для микросхемы нужно 4 медных слитка и 2 соклиана. У нас только один соклиана. Ну, сейчас один соклиан переплавить. Ну вот, у меня остался один песок и глины полно в сундуке лежит. У меня закончилось на нее. А, вот опять. Теперь я буду микросхемы создавать. О, соклиана готов. Так, теперь могу еще... Не понял. Ага, у меня все медь закончилось, да? Окей. Я говорю, остров впереди. Поплыли на него. Я подобрал твой пластик, который ты выкинул. Вот, подними водоросли. Они в коробке. Да, я вижу. Акула, да? Да-да-да, на меня плывет. Ударил ее один раз. А пока штука одна. Так, все готово. Приемник сделан. Так, ну я поставлю лестницу вот так вот вверх. Окей, я тогда пойду нарублю на острове доску. Ты что собираешь? Ну, уже ничего не собираю, но акула один раз ударила. Уже второй раз ударила. У тебя есть доски какие-нибудь? Мне нужны, чтобы продолжить здесь строить площадку для приемника. Пока пускай так стоит. Так, теперь нужно батарейку сделать. Обменный слиток один нужен. Сейчас батарейку сделаю одну. У нас сейчас проблема, у нас все доски закончились. Все, поплыли тогда. Все. Поплыли. Приемник сделали, уже радоваться можно. Нам сейчас нужно 6 медных слитков, 3 соколиана и 3 болта. Ну, 3 болта я сделаю. Ага, прикол. Мне сейчас еще и меди не хватит на все это. Нам еще надо будет медь собирать. Хочу напасть на нее, она бесит меня. Ударил ее. Так. Водоросли осталось только жарить. Плавить, не знаю. Давай тогда грядки сделаем, или там железо для них нужно. Какие именно грядки? Маленькие, для картошки, для свеклы. Ну, для картошки, свеклы нет, не надо там. Остров справа, ну да, мы должны успеть. Нужно уже в скором времени создавать себе хранилище нормальное, а то это реально напрягает меня уже. То весь инвентарь забить непонятно чем. Так, соклиана готов, отлично. Запылил с микросхемы. Так, одна антенна сделал. Так, одна антенна готова. Еще раз ее ударил. Бью еще раз ударил ее. Подожди, у меня, блин, на плот. Убил. Убил? Да-да. Я не знаю, почему, но мне не получается ее ударить перед тем, как она меня укусит. Это либо из-за сложности, либо из-за моей криворукости. На обычном уровне сложности там все гораздо проще. Так, кстати. Можно пробовать ласты скрафтить. А, тут прям до хрена соколян. Ну, нужно вторая плавильня срочно, лучше третья. Так, ну вот все, я собираю. Он прям большой остров, под водой прям много вещей. Окей, пару дерева собрал, пока что не буду, пойду все под воду искать предмет. И тут прям много их. Здесь даже, по-моему, какая-то соль, что ли, морская соль или типа того, под водой. Я точно не помню, как она называется, там типа какие-то синего цвета кораллы, что-то типа того. А типа редкая фигня. Из нее еда делается. Точнее, она используется в еде. Че, глина тебе нужна? Ну, глина, медь мне нужна. Все подряд собирай, да и все. И песок тоже нужен. Железо тоже не помешало бы. Так, ну у меня 3 мокрых кирпича сделал. Акула одна. Обе акулы все приплыли. 2. На душе радостно становится, когда ты видишь в ловушках, что ты тут находится. А вообще. Пойду деревья срублю на острове, который есть. Ну все, поплыли. Просто мы уже ничего не поднимем со дна. Ну давай, плыли. Осталось только переплавлять все. Еще одну антенну сделал. 2 медных слитка стал. Ты чё, тварь? Ага. Ни одного медного слитка нет, да, у тебя? Я все скинул. Прикол, нам не хватает одного ровно медного слитка, чтобы все у нас работало, да. Сколько ли она будет плавать? Нужно бы побольше сейчас расширить плот уже. Ловушек поставить больше.
Так, одна сделала ловушку. Как он нюк... Почему он... Да, охренеть. Я чуть не сдох. О, факел поставил. Красиво. Остров слева. Еще ловушка готова. Так, еще не здесь. Все. Так, так. Можем сейчас в плавильне сделать еще одну. Там еще где-то. Тут надо было. Успел. Мы доплывем? Че? Мы доплывем тут? Убил. Убил чай. Оно упало в воду. Оно упало в воду. Соберу ее. Настроение. Все, окей, ловушки построил, теперь нужно было расширить. На, держи. Скрафтил. Кого ты скрафтил? Под тобой. Как доходить? Ну, в инвентарь открываешь и перетаскиваешь на слот одежды. В середине видишь слот? А мне нечем. Дуреть, 4 раза по ней вроде попасть над этим деревянным. Как там плавильня делается? 4 доски надо. Плавильню сделал, пойду сейчас я поставлю. Как она меня не укусила? Ой, уже места нету. Help, help, help. Нету. Мне нужно одно железо, я сделаю себе железное копье. Я как бы мог сделать деревянное, но все, сейчас сделал железное. Пошел дальше рубить деревья. Так, я нашел клад наверху. Могу тебе сейчас сделать металлическое? Давай помогу. А я по текстуре может уйти. Упал один раз. Плывет на меня. Это нереально. Три раза ударил ее. Это невозможно ее задоджить. Опа, нахрен, у меня ваншот, ванкил. Но я ее ударил раз 6. Могу дойти металлическое копье, будешь бить? Ударил еще раз ее. Привет, аккуратненько будь. Что его значит, чтобы случиться, если ты сейчас отклинишься? Опа, шанс. Убил. Вторая тоже куда. Ударил ее. Я почему ударил? Ну, блин, подбери, пожалуйста, за тебя. Сейчас, подожди. Упало сырое кули мясо у меня. На меня плывет отца. Вот, она не укусила меня. Смог их убежать? Да, я опять не укусил. Ударил ее один раз. Короче, все. Мочим ее. Почему я? Конечно. Я ваншотный. Да, я ни разу не попал в помещение. У меня лоу хп. Опять не укусила. Лошара. Она подплотала. Сейчас... Ой, я даже попал. Блин. Почти ударил. Нормально. Но удара 2 мне может хватить. Ударил ее. Сейчас попробую прыгнуть на него. Прыжок. А, не упал. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Вот она. Ну, остров вообще плывет. Ударил один раз. На плот этого. Чайки там жрут. Убил чайку. Она забаковалась, смотри, за меня. Ай, почти. Стой, ну давай я вот, просто приманка в воде, а ты ее сейчас шлепнешь. Давай. Ударил. Убил.
Да, можешь идти лутать. Так как это достало реально уже с этим инвентарем полностью забитым? Я плаваю, не могу пока медь найти. Опа, походу нашел медь. Да, это она. Все, собирай покурить дальше. Ровно одна. Окей, все. Все, последний слиток остался. Готово. Последняя антенна готова. Все. Нужно 1560 метров вперед. Нам надо было, смотри, края здесь досками заделать. Так, сколько там осталось плыть-то? 1200 еще до хрена. Вот, смотри, вот эти вот продолжают края. Ебой, у меня крюк для мусора сделан. Так, на. Где ты? Держи. Кула плывет. Бью ее. Я за нее охочусь. Так, нужно будет плота не далеко плывать. Ну-ка, если я подпрыгну вовремя, за тебя плывет. Ударил ее. Два раза. Три раза. Три раза ударил ее. Давай. Раз ударил. Два ударил. Все, возвращаюсь. Вот сейчас на нее не напрыгну сверху. Загляни, посмотри, сколько там тысячу метров осталось. 950. Ударил ее. Еще ударил ее. Еще ударил ее. Еще ударил ее. Она плывет. Ел хп. Не попал по ней. Я думаю, она уже почти сдохла, можно пробовать сейчас ее добить. Ага, и похилились пока. Ударил ее. Убил. Да. Так, вот, вот эту сторону надо. Вот эту сторону еще нужно. Отлично. Осталось 512 метров. Я бы сейчас хранилище сделал бы. Нужно только понять, куда бы это все, где оно все находится. Уже прям такая длинная площадь. Вот, смотри. Вот. Вот здесь вот? Здесь ставь. Да. Хорошо. Здесь у нас будут лежать доски. У меня везет. О, нашел. Все, вот впереди нас уже. Но можешь уже не а плыть. Вот, вижу, да, смело. А все, перестань плыть, сломаешь. Так, акулы нет, да? Подожди, а мы можем уже тут спать, лечь ее, у нас пройдет лучше? Да. Может, это... Бам. Так, паркуемся. Так, сейчас тогда весь слут скину с сундукам. Что мне вообще здесь не нужно.